Thank you.
Thank you.
Совершение ваше.
Всем привет. Еще раз. Привет, привет. Олечка, привет. Привет. Привет, 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 привет. Привет, Андрюша. Главное, не говорить всем одновременно. Да, ничего страшного. Я думаю, что это тоже прикольно. Всем привет, дорогие друзья, всем, кто смотрит наш сегодняшний концерт. Мы сделали сюрприз, организовали наш прямой эфир со всеми ребятами, которые принимают участие, ну, практически со всеми, которые принимают участие в концерте. Саша, привет, Катажина, привет, Оля, привет, и всем привет. Привет, привет. Всем привет. Привет. И что хотелось бы сказать? Во-первых, поздравить всех с вербным воскресеньем сегодня. И... Ну, кого с вербным, а кого из Пасхой, из католического, например, Катажину. Да, да, вас вербным, а меня с Пасхой, да. Тебя уже поздравляю с Пасхой. Катажина, ты где находишься? Я нахожусь во Вроцлаве, в Польше. Вот сегодня отмечаем Пасху в очень узком кругу. К родителям не едем, нельзя, все должны находиться дома. В общем, делали праздник так. Дома. Да, к сожалению, это, к сожалению, всех нас настигло. Но, тем не менее, это дает возможность нам вот так вот тоже общаться. Общаться, что, в принципе, да. Тоже слушайте, круто. Вообще, по-моему, это здорово. Это вообще такая премьера, да? Такое общение на очень прямом эфире. Отлично. Надо, конечно, это повторять. Ну да. Да, я согласен. А скажите, пожалуйста, еще же сегодня один праздник есть. Кто-то, может быть, помнит какой? Очень, день очень космонавтики. Сегодня день космонавтики. Да ладно. Сегодня день космонавтики, да. Ребята, послушайте, я уверен, что еще только начало апреля, честно говоря. Я даже не понял, что сегодня 12 уже число. Карантин подействовал на Сашу, вообще. И он потерялся во времени. Абсолютно. Я где-то в другом месте. Вообще просто мне число там 3-е, 4-е. 12 апреля. Я, поскольку день космонавтики, буду тогда на фоне планеты вот так вот буду. Оба-на. Ух ты! А я тоже так хочу. Я всем посвящаю свой фон. Раз мы не можем выйти из дома, мы можем оказаться прямо сразу в космосе. Слушай, а как ты это сделал? А там есть такая штука, включить вот с правой стороны, там есть виртуальный фон, называется. И можете включить там, где вы находитесь. Катажина в Польше. Саня, ты можешь оказаться на своем любимом каком-нибудь курорте. Ну, кстати, мне мой фон очень нравится. Ну, я посмотрю, как... А нет, у меня, кстати, нельзя так сделать. Нет, у меня тоже как-то... Все хорошо. Я могу, чтобы вы не расстраивались, вернуть обратно просто. А это только у тебя нужно быть. Нет, пусть у тебя будет. Ты проводишь сегодня встречи. Ты спикер, да, спикер так называемый, поэтому только спикеры могут меня спорить. Нет, я не хочу быть спикером. Я хотел единственное, что спросить, вот кто... Давайте как-то мы решим все-таки, наверное, всем интересно, поскольку все нас сейчас видят в эфире. Только что смотрели нас на сцене, а сейчас в такой домашней обстановке. Лайк, спасибо, Саня. Все, кстати, ставьте лайки и пишите комментарии. А я ставлю лайки, ставлю. А мы хотели же поговорить, кто как проводит время вообще вот в самоизоляции и какие вообще, не знаю, что-то, может быть, новое кто-то что-то для себя там открыл или... Ну вот, да, скажи, можно ты я что начну? Делаешь? О, давай. Опять меня. Слушайте, я занимаюсь гимнастикой. Вот делаю всякую йогу, пилатес, гимнастику по утрам. Мне это такое удовольствие. Ты делаешь сальто? Или ты уже двойное делаешь сальто? Я уже шпагат делаю, знаешь, в воздухе. Ого. А как ты лайк поставил? Я тоже хочу поставить лайк. Там есть внизу реакции написаны. Написано реакции. Ой, не туда. А, туда, вот сейчас. Ребята, где вы все это видите? Я ничего не понимаю, у меня такого нету. Я тоже хочу такие штуки делать. А ты в окно смотришь? Смотри не в окно. А, вот, есть, подождите, вот, лайк. Я не вижу. О, ура! Где такие реакции? Ну все, Андрей, у тебя нет уже реакции, давай. У тебя одна реакция, мы это все знаем. У тебя досоль, реля, реля. Реля, миля, миля. Саша, а ты как проводишь время? Что ты для себя новое открыл? Так давай еще Оле вот хотела тоже сказать, а то мы прервали, а говорит, Оля говорит, можно я буду первой? И тут все ринулись. Давай-ка даже ты расскажешь, да? А я пока найду, как поставить лайк. Хотела прям сказать, что нахожусь плюсы во время карантина, и да, столько выкладывают разных, как сказать, рецептов красоты в домашних условиях, что я здесь прямо, у меня моя тут аптека уже. Я
тут уже обзавелась и делаю всякие разные процедуры, и мне так нравится. Вот, так что и гимнастика, появилась... в том числе, которую раньше я не делала, то есть карантин дисциплинирует, я хочу сказать. Да, это правда. Неправда, неправда. Ну, я этот карантин... Какая дисциплина? Ну, я не считаю, что карантин — это праздник пижамы. Я против этого, чтобы сидеть в пижаме перед телевизором весь день. Я переодеваюсь. Завтраку, обеду, ужин, но по-разному. Я делаю праздник себе каждый день. Я в пижаме с утра до ночи. Если мне не надо никуда выйти, в том числе вынести мусор, собаки у меня нет, но хотелось уже завести. Я подумал, вдруг завести, надо завести собаку. Ну, кстати, она... ты на перспективу думал, да, что, может быть, потом будут разрешать только собак выгуливать и выходить, да? Нет, на самом деле, я давно хотел собак, а тут, думаю, такое вот еще такое время прекрасное. Но, в общем, решил собаку не заводить, потому что когда-то же его отменят этот карантин, я буду ездить, как всегда, по месяцам, по полтора месяца, вот, а собака будет мучиться. В общем, собаку не завел. Ну да. Но еще все впереди, подожди, карантин еще не кончился, так что. А я как бы, конечно, не отлыниваю от творческой темы и занимаюсь творчеством, и играю. Вот у меня дочка вот такую мне сочиняет слова и ноты вот такие приносит мне. И мне приходится ей это исполнять. Уже прямо. Да, это она сегодня принесла мне утром, сказала: папа, это гимн. Это не оркестровка. Понял ничего, но... Оркестровка, да. Да, это уже прям это аранжировка, да. Вот, и приходится такой основной вот род деятельности, но это тоже очень круто, конечно. Вот, и в перерывах потихонечку что-то пишу, готовлю новое, но вот в основном, конечно, вот такие серьезные штуки, видите, вот ноты прям. Она сегодня цвет выбрала нот, это как бы, это тональность у нее в цвете вот так выражается. Цвет тональности какая там, синяя? Зеленая? Синяя, да, синяя. Слушайте, кстати говоря, по поводу творчества, мы ведь запустили несколько рубрик у себя сейчас в соцсетях, «Бисквит рекомендует», и делимся там воспоминаниями о наших путешествиях, гастролях, своими впечатлениями, фотографиями из интересных мест, поэтому, на самом деле, работы поменьше не становится, архивы у нас... Я боюсь, что вам, ребята, карантина вам не хватит, чтобы все фотки. Вообще, мы начали разгребать эти просто архивы всяких классных наших и выездов, в том числе и наших совместных, и как раз сегодня, по-моему, фотография была с фестиваля международного в Мюнхене, помните, где вы еще со сцены... Конечно, день рождения, мы там пиво пили. Меня с днем рождения... Мы сок там пили. Не рассказывай никому. Мы просто выступали, и ребята поздравили с днем рождения. Я помню, пели песню прямо на площади в Мюнхене. Это было очень круто. Я до сих пор помню. Спасибо вам огромное за это. Да, а может быть, кто-нибудь помнит что-нибудь, что вот запомнилось больше всего? Может быть, из наших совместных, конечно, поездок тоже было много. А мы в Киргизии просто... уже ездили. Помните, как нас кормили в Киргизии? Да. Ой, Киргизия, я помню совершенно гениальный случай, когда мы проходили, значит, паспортный контроль. Это было еще, помню, в Пулково 1. Я знаю, что там, ты рассказывал. Вот так вот внизу, там очень как-то темно, и сидят, значит, наши такие уже немножечко уставшие, как называется, паспортистки. Работники погранслужбы. Да. И, значит, проходят киргизы. И вдруг, значит, к одной из них входит такая, значит, Катажина Гедеминовна Мацкевич, такая вся в белых волосах, вся в кашемире просто, то есть, ну, дорого-богато, и дает мало того, что, значит, не просто паспорт, а паспорт, значит, гражданки Евросоюза. От всего этого это просто был как миракль вот в средневековом театре. Цель вашего визита, да? Она просто вот так вот говорит: девушка, она говорит: нет, а вы-то туда зачем? И тут Катажина говорит гениальную фразу, что говорит: жесткий шоппинг. Это за тот китайским акцентом сказал. Нет, я с твоим сказал, неправда. Я, кстати, твой польский акцент долго изучал, да, мы с тобой слишком долго общались. Да, на самом деле нашего прямого включения не хватит времени просто, чтобы вспомнить кучу разных интересных моментов. Но тем не менее, кстати говоря, тем, кто смотрит сегодняшний эфир, можете оставлять комментарии, как вы, ну, то, что запомнилось, может быть, вам с каких-то поездок ваших. Нам тоже будет интересно посмотреть, почитать. Ну, или с наших общих концертов, может быть, что-то. Или с наших общих концертов, кстати говоря, о сегодняшнем концерте тоже можете писать ваши впечатления, что вам понравилось, какие номера понравились больше всего. Или, может быть, какие-то пожелания, впечатления, задавайте вопросы, мы тоже будем рады ответить. Да, и будем очень рады вашим каким-то предложениям, возможно, что-то вам интересно, а мы об этом даже не подумали рассказать.
Поэтому, конечно же, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши соцсети. Мы будем выкладывать много всего интересного. Пишите, какие... Да, про интересные места уже Андрюша сказал. И, кстати, вчера мы выложили в «Бисквит рекомендует» Саша из Коста-Рики фотографии. Да, кстати. Вчера вышел про Коста-Рику. Ты не видел? Заходите в социальные сети, в Инстаграм, там очень интересная рубрика «Бисквит рекомендует». Мы выкладываем самые наиболее такие интересные места, в которых мы были. В том числе на Коста-Рике мы были с Сашей Трофимовым, и там есть фотографии, интересный очень пост про то, что там вообще можно посмотреть. Извини, Оль, да, перебил. Да, и вчера просто мне написал фотограф, который как раз, костариканский фотограф, который скидывал нам много фотографий с концерта, и он написал, что ровно 6 лет назад мы там были, оказалось, что мы выложили ровно апрель, 6 лет назад, представляете? То есть такая своего рода дата. Катажина, ну, скажи, да, как у нас Пасха-то на следующей неделе, а вы тоже яйца красите и колите? И яйца, и колбасу, и хлеб, и в общем... Яйца, колбасу красите? Колбасу едим с яйцами и хлебом. В общем, всякие салаты. Я уже некоторым своим друзьям, кстати, к тебе, Саша, я еще не прислала, присылала утренний стол, завтрак пасхальный. Но сейчас мы уже все съели, остался только сладкий буфет. Ну, как мы сейчас, вы же сейчас присылай, в контракте, Саша, поэтому любит, присылай, я сейчас вот, я предлагаю всем попить чайку, потому что сейчас мы начнем второе отделение, и я вас приглашаю в сладкий буфет. Ой, спасибо, а у меня смотрите. С нотками даже стаканчик такой вот. Смотрите. Такой, волшебный. Видите, с какими блестками? Катажина, давайте мы, может быть, смотреть второе отделение. Ой, красота какая, Катажина. Смотрите, вот у меня мастерица сестра по всяким таким сладостям. А я сделала дрожжевую бабу панеттоне. Кто был в Италии, тот знает, как это вкусно. В общем, здесь еще тарталетки. Ой, я не знаю, видно это или не видно? Видно. Видно. Общем, не знаю, как зрителям, но нам видно вот точно. Очень красиво, вот. Катажина. А сейчас и будем еще ужин вкусно. Готовить. На ужин утка и журек. Польский белый такой суп будет. Вот так. Круто. Супер, прям здорово. Слюнки потекли. Давайте чокнемся за католическую Пасху, за День космонавтики и за верное воскресенье. Давайте. Чин-чин. За наш концерт. Давайте я с яйцом с вами чокнусь. Не надо с яйцом, давай только чокнемся. В общем, всем приятного второго отделения, друзья. Подписывайтесь на наши все каналы и социальные сети. На социальные сети, ребят, мы транслируемся сегодня в ВК, может быть, кто-то не знает, в Фейсбуке и на Ютуб одновременно. И вот такой еще сегодняшний маленький бонус от нашего совместного общения. Будем продолжать эту тему. Вы, главное, пишите, что бы вы хотели посмотреть, что вам интересно, потому что мы, может быть, думаем о том, что это не совсем интересно, а на самом деле вас интересуют те или иные вещи в жизни артистов. Поэтому будем рады обратной связи. И как досмотрите до конца концерт, обязательно напишите свои впечатления. Для нас это тоже очень важно, потому что концерты, скоро карантин этот закончится, изоляция закончится, и мы все вновь выйдем на сцену и будем радовать вас своим творчеством. Пока у нас есть время на подготовку чего-то нового, мы будем рады каким-то вашим, может быть, да, пожеланиям. Я правильно все говорю, друзья? Абсолютно. Только ты сказал выйти на сцену, но мне кажется, мы выкатимся на сцену, потому что сегодня... Нет, Саша, колобочками не будем. Не будем. Саша говорит за себя. Все, пошел гантельки брать в руки, давай. Друзья, давай. Спасибо вам, всех с праздником и до новых встреч. Спасибо, хорошего концерта. Пока-пока. Пока-пока.
Thank you.
Oh!